В этот же день в детском развлекательном центре прошла праздничная программа для мам и их детей. На празднике побывала и наша съемочная группа. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. На лицах детей улыбки, слышен детский смех. А для мам звучат слова поздравлений. В детском развлекательном центре сегодня проходит праздничная программа ко Дню матери. Это самый добрый праздник. Осенью приходит к нам. Это праздник послушания, поздравления и цветов, прилежания, обожания. Праздник самых лучших слов. Проведение праздника для мам здесь стало доброй традицией. Для виновниц торжества и их детей проводят забавные игры и конкурсы, а также выступают артисты. Дом родной, знакомый с детства. На празднике собралось несколько десятков человек. Среди приглашенных – многодетная мама Ольга Мельникова. Женщина признается, для нее День матери – это особый праздник. Праздник такой добра, я думаю, счастья. И все-таки мамы наши, и наши мамы, и мы, и будущие мамы все-таки достойны того, чтобы их вот прям один день был посвящен хотя бы в году им. Хотя, конечно, внимание им охота и больше, и чаще. А желаю я всем мамам, главное, терпения, любви, внимания, заботы, счастья и здоровья. Стоит отметить, что российские мамы стали принимать поздравления не так давно, всего 17 лет назад. Именно тогда День матери стал официально отмечаться в России. Сегодня День матери – один из самых теплых и трогательных праздников. Данному празднику в Восточном городском округе организована целая сеть мероприятий, которые начались еще с пятницы и продолжались вчера. И вот сегодня одно из таких мероприятий проходит здесь, где мамы вместе с детьми, бабушками могут весело провести время и друг друга поздравить, и обменяться подарками и хорошими словами. Это, конечно, всегда значимо. Я хотел бы, конечно, пользоваться случаем и поздравить всех мам, бабушек и будущих мам города Асбеста с этим замечательным праздником. Счастья вам, здоровья, пусть в ваших семьях все будет хорошо. И сердца наших мам всегда будут радостны, наполнены счастьем и любовью. Каждый год в последнее воскресенье ноября мамы получают от своих детей поздравления, цветы и приятные сюрпризы. Совсем маленькие преподносят трогательные сувениры и читают стихотворения. Две минуты тишины, мира и покоя. Мамы все должны понять, что это такое. Две минуты не мешать, две минуты не кричать, не болтать ночами. Попробуйте-ка сами. В праздничный день мамы и дети получили заряд энергии, позитивное настроение, а также подарки от предпринимателей города. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, новости АТВ.